самые крупные соревнования в жизни и сразу же победа. Сборная Омской области по художественной гимнастике привезла золотую медаль из Тольятти сентябрьского первенства Вооруженных сил России. Алине Китаевой 11 лет. В художественной гимнастике она с 4. И медаль на этих стартах самая ценная, но явно не последняя в коллекции спортсменки. Я занимаюсь уже 7-й год гимнастикой, и эти соревнования были, пока что для меня самыми важными, на которые я ездила. Во-первых, поддержка тренера, конечно, тоже помогала. И готовились мы очень плотно и хорошо. Каждый день по 2 тренировки мы занимались и старались победить. Они достаточно с большим отрывом выиграли. Они от 2-го места выиграли 6 баллов. Это очень много, большой отрыв. Показали себя на хорошем уровне. Но у нас был и отличный постановщик нашей программы. Нам ставит заслуженный тренер России, который ставит сборная России, это Ирина Зиновка. Вот она поставила девочкам программу. И с такой хорошей программой, то есть они не подвели, достойно себя показали. Тренировки юных гимнасток не прекращаются и сейчас. Следующий выезд омских художниц состоится уже в ноябре. Сборная Омской области отправится в Белгород, где постарается повторить свой тольяттинский успех в групповых упражнениях среди перворазрядниц. А пока отработка новой программы. Там уже будет посерьезнее соревнования. Там со всех обществ отобрали самых лучших гимнасток. И они поедут защищать... То есть свои общества, свои города, свои области. Школа сильная, и мы славимся и в личной программе, и вот сейчас девочки хорошо выступают и в групповых упражнениях. У нас тоже школа такая достаточно сильная. Составляем борьбу и московской школе, и Санкт-Петербургу. Так что будем работать, будем стараться. Будут новые успехи и результаты. За новыми победами в индивидуальных видах программы отправятся победительницы первенства Вооруженных сил России Дарья Перевозчикова и Елена Кокина. Судьи оценили по высшему разряду мастерство омских спортсменок. Все виды я хорошо сделала, но была один раз уронена. Но мне все равно дали нормальную оценку. Я заняла 1-е место. Соревнования были очень сложные, проходили на высоком уровне. Но мне кажется, что я выступила хорошо. 11-летняя Дарья Перевозчикова стала лучшей в своем возрасте и лишний раз подтвердила высочайший уровень Омской школы подготовки юных граций. У меня был очень хороший настрой, но я не боялась выступать. Я выходила смело на площадку и ничего не боялась. Победа на тольяттинских соревнованиях для омских спортсменок только разминка на старте сезона. Впереди часы тренировок и отработка новой программы. Ведь у тренеров-преподавателей на Белгород еще более высокие планы. Мы составили абсолютно новую программу, всю практически поменяли. И поэтому это был первый старт в этом году, и не все пошло так гладко, как хотелось бы. Были, конечно, и ошибки. Поэтому я надеюсь, что после этого старта мы сделаем все выводы, исправим эти ошибки, и на следующем старте мы уже их не будем повторять.